12 апреля во всем мире отмечают День авиации и космонавтики. 63 года назад, в 1961 году, советский летчик-космонавт Юрий Гагарин первым в мировой истории покорил космос. В Тверской области в честь праздничной даты прошли различные мероприятия. Так, в историческом парке «Россия. Моя история» для школьников региона организовали масштабный космический фестиваль. Тему продолжит Наталья Чекит. С Тверской областью связаны имена выдающихся представителей сферы освоения космоса. Уроженец Удомли, дважды Герой Советского Союза Олег Макаров, стал первым космонавтом, совершившим 3 орбитальных и 1 суборбитальный полет. В Торопце родился герой социалистического труда Юрий Семенов, руководивший многими знаковыми конструкторскими проектами. В Кимрах жил и учился Герой России летчик-космонавт Сергей Корсаков. Его видеообращение стало частью торжественного открытия фестиваля. Дорогие друзья, меня зовут Сергей Корсаков, я космонавт-испытатель Роскосмоса. Рад приветствовать вас на этом замечательном мероприятии и от всей души поздравляю вас с Днем космонавтики. После видеообращения ребята смогли узнать ответы на вопросы, которые они задавали ранее Сергею Корсакову через социальные сети. Кроме того, для школьников подготовили обширную космическую программу. Так, специально к праздничной дате обновлена выставка «Планетарий». «Планетарий» изменилось положение. Мы перенесли его на вторую часть, на вторую половину экспозиционных залов. Увеличенный он стал, и добавились интерактивы, добавились видео, уроки всякие, то есть дополнение к тому, что было. А в холле исторического парка начала работу выставка, связанная с космосом. На ней представлены вещи из личных коллекций космонавтов. Например, некоторые из них принадлежали Юрию Гагарину, а этот скафандр использовали для выхода в открытый космос. Кроме того, ребят ждали интерактивные викторины. Ребятам нужно будет узнать, как стать космонавтом, пройти полное обучение, сдать все экзамены, посмотреть, какую физическую подготовку нужно пройти, даже какой бюджет им нужен для того, чтобы полететь в космос. Узнают про социальное проектирование, про первых женщин-космонавтов, посмотрят 3 интерактивные выставки. Одна из них представлена из нейросетей, это «Тверские из космоса». Жителей Тверской области с Днем космонавтики поздравил губернатор Игорь Рудени. Он отметил, что сегодня сотрудники тверских научно-исследовательских институтов, предприятий и вузов обеспечивают эффективную подготовку кадров, разработку и производство сложнейшего оборудования и высокоточных приборов для отрасли, укрепляя славу России как великой космической державы.